О реформе местного самоуправления, о том, почему важно прийти на выборы, шла речь на встрече губернатора с председателями советов многоквартирных домов 6 районов Самары. Именно от их активной позиции во многом будет зависеть реализация главной цели масштабных преобразований. А она проста – приблизить власть к людям. Главное из двухчасового разговора в сюжете Николая Козлова. В зале филармонии буквально яблоку негде упасть. Впервые в истории города с руководителем региона встречаются не только председатели советов многоквартирных домов 6 районов областного центра, но и старшие по подъездам. Губернатор объясняет структуру формирования новой власти, которая заработает в районах Самары после 13 сентября. Основной смысл преобразований – приблизить власть к людям. Для этого администрации районов получат бюджеты. На что их направить, решат общественные советы, формируемые в микрорайонах. При этом жители смогут контролировать расходы, а это значит, удастся избежать махинаций. Если мы сможем нормально запустить этот механизм, я уверен, пройдет буквально 2-3 года, и мы увидим, как будет все быстро меняться к лучшему. И мы будем, пройдет еще, может, 3-4 года, мы будем, может, гордиться тем, что у нас чище всего, у нас аккуратнее всего, у нас за каждый рубль мы строим намного или делаем намного больше, чем наш сосед, и много-много другого. В единый день голосования в Самаре будут избраны 284 депутата 9 районных советов. Важно, подчеркнул Николай Иванович Меркушкин, чтобы как можно больше людей пришли на избирательные участки 13 сентября и сделали свой выбор. От этого зависит дальнейшее развитие города. Поэтому я бы вот очень хотел, чтобы мы вместе, вы, может быть, прежде всего, говорят, правильно нас поняли и поддержали. Если вот этот процесс пойдет активно, мы можем, на самом деле, совместными усилиями там в течение 3-4-5 лет все изменить. Или очень и очень много изменить. Председатели многоквартирных домов, выступившие вслед за губернатором, предложили посмотреть на преобразования, которые в Самаре уже начались. Я 39 лет живу в Куйбышеве и в Самаре. Никуда не уезжал, не переезжал, здесь родился, здесь живу. Вы когда-нибудь видели, что чтобы столько тротуарной плитки было положено? Вообще видели? А видели, чтобы столько было отремонтировано тротуаров? Вообще видели, как раньше ремонтировали тротуары? Просто лопаточкой вот так кладали, клали, вот так вот ножками притаптывали. Николай Панов в жизни никогда не ремонтировался. Николай Панов, сейчас она идеальна. Что такое Николай Панов? Знаете такую улицу? Узенькая, маленькая. То есть это люди реально работают. Работают? Вот я считаю, что 13 сентября люди должны пойти на выборы все и сделать свой правильный выбор. А Николай Иванович, прошу активных жителей тоже поддержать, и тогда мы будем работать в одной команде. Диалог продолжался более 2 часов. В ближайшее время в таком же формате состоится встреча с председателями советов домов Советского, Промышленного и Кировского районов. Николай Козлов, Андрей Авдеев, новости губернии.